По предварительным данным, причиной ДТП стал выпавший из кузова «Газели» груз. Объезжая препятствие, следующий за грузовиком автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В иномарку врезалась и «Лада» 99-й модели. В результате аварии пострадали водители, несовершеннолетний пассажир «Мерседеса». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.